Вообще, по большому счету, это не мое дело. То есть, я артист, я не политик, я этим не занимаюсь и не выясняю, там, что у кого, чего, как. Вот. Но, честно говоря, Евросоюз — это такая организация, то есть, если они перестанут, там, скажем, помогать друг другу, да, конечно, они развалятся. Вот. А с другой стороны, выдача денег, например, да, помощь той же Греции. Сколько им денег было перечислено? И куда они делись? То есть, ну, это как-то, я не знаю, неблагодарное занятие, наверное.